Впервые меня похитили в день, когда мне исполнилось 14. 7 лет спустя они снова вернулись за мной. Я лишь хочу знать, зачем? Я режиссер-документалист. Решил развенчать один из главных мифов нашего века – похищение пришельцев. Вы скептик? Я репортер. Которые из них похищали людей? Видите, вот он, свет. Вон там. Он становится сильнее и сильнее. А потом пуф! Никто на самом деле не знает всей правды. Я знаю только, что со мной что-то происходит. Вы по-прежнему не верите в пришельцев? Нет, разумеется. А вы да? Осторожно! Вчера кое-что случилось, когда мы приехали домой. Им что-то от меня нужно. Сюда приезжает много скептиков. Но рано или поздно они понимают правду. То есть это и правда нечто внеземное? Разумеется. Люди с неба придут, они заберут ее. Я боюсь за тебя. А тебе какое дело? Я не знаю. Ты была избрана для великой цели. О боже. Где бы я ни спряталась, они всегда находят меня. Ты должна очнуться. Всех нас похищали. Что вам нужно? Давай, быстрее! Вперед!